Всем привет! Сегодня хотелось рассмотреть такую компанию, как Cartesi. Что такое Cartesi? Это основная на блокчейн платформа с передовыми технологиями, чтобы обеспечить альтернативу масштабируемости второго уровня. Таким образом, Cartesi может стать инфраструктурой, благодаря которой блокчейн получит высокую мощность для достижения консенсуса по количеству реальных вычислений, которые были обработаны вне цепочки блокчейн. Cartesi проведет интенсивные вычисления, которые позволят внешним вычислениям работать на процессоре RISC-V, который будет работать в операционной системе Linux. Это позволит технологическим активистам свободно использовать все инструменты, библиотеки, сервисы и языки программирования, чтобы все стороны могли разрабатывать технологию, даже если они не обладают знаниями о программном обеспечении и языках программирования, как это реализовано в блокчейн. Как и в технологии блокчейн, она медленно меняет мировую экономическую систему. То же самое относится и к Cartesi, который со временем может изменить несколько миров, поскольку мы знаем, что в настоящее время существует много сторон, которым необходимы вычислительные мощности для различных целей, таких как исследования и наука. Тогда аутсорсинговый расчет, выполненный Cartesi, позволит пользователям предоставлять свои вычислительные мощности. Это, конечно, пойдет на пользу различным учреждениям, которые проводят исследования, 3D-редригинг, транскодирование видео и многие другие задачи, выполняемые с использованием вычислительной мощности, которой Cartesi предоставит альтернативы. В настоящее время почти все активисты криптовалют разрабатывают, чтобы найти наиболее эффективные альтернативы, чтобы их платформы могли рассчитывать на технологию блокчейн. Это, конечно, может быть сделано путем разработки программного обеспечения, которое принадлежит блокчейну и является открытым исходным кодом, где разработчики могут создавать децентрализованные приложения или более известные как DApps. Но эти DApps могут быть созданы только с некоторыми ограничениями, которые должны быть утверждены. Но знаете ли вы, что присоединившись к платформе Cartesi, разработчики получат программное обеспечение, которое может гарантировать, что время реализации будет проверено и воспроизведено на неограниченном сетевом узле. Кроме того, разработчики также могут рассчитывать на производительность внецепной обработки, которая может включать графический процессор. В дополнение к Cartesi разработчики могут также разрабатывать без каких-либо ограничений данные и размер необходимых приложений. Это означает, что разработчики могут свободно развиваться в соответствии с их пожеланиями. Присутствие Cartesi может дополнить недостатки, обнаруженные в блокчейн. Так что, если пользователи также могут пользоваться услугами с довольно высоким уровнем комфорта. Поэтому для тех из вас, кто хочет создать платформу или приложение на основе блокчейн, вы можете положиться на Cartesi, которая предоставит последние инновации без каких-либо ограничений, но с очень экономичными затратами и очень высокими гарантиями безопасности. Более подробно знакомиться с компанией можно, изучив технические документы, социальные сети, которые указаны под этим видео. Впереди у нас еще много интересных компаний и обзоров, так что подписывайтесь на канал и не упустите следующие обзоры. Всем спасибо за внимание, всем пока!